Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Я заберу свой ревард. Ёлки-палки, ребята, меня на 9-е место сбросили. Ну, хорошо, хотя бы дали сундук. Давайте посмотрим, что нам из него выпадет. Так, ну что, бородавочник — это неплохо. Так, зомби, ну и копейщик. Остальное, в принципе, ерунда, ну еще, конечно же, деньги, 25 тысяч. Так, следующий противник нам ищется. Ну, я думаю, ребята, здесь будет уж больно сложный, сотого уровня. Слушай, а давай попробуем, а? Чем, как говорится, черт не шутит, а вдруг мы его сможем победить? Я, наверное, возьму друидку. Погоди-ка, здесь у него пришелец и бомбер. Слушай, довольно хитрая комба у него здесь. Наверное, я возьму вот эту вот. И, как всегда, сделаем большой с вами, большущий просто акцент на нашу ульту от базы. Если жнец выйдет, я попробую его сразу же расколбасить. Если, конечно, у меня это получится. Так, ну что, выходит у него голем. Не забываем, ребята, сотого уровня у него все бойцы, так что расслабляться нам здесь не придется. Так, еще и вышел самурай, ко всему прочему. Слушай, здесь, наверное, нам, знаете, кого надо еще призвать? На всякий... Давай Ронина, блин, пока. Пока Ронина. И знаете, что надо? Надо вызвать чумную мышь. Вот так вот. Хорошо, ребята, я буду копить. Смотри, что он делает, а? Ребята, это вам не хухры-мухры. Он тоже использует все свои навыки, фаербол и так далее и тому подобное. Ну что ж, давай повторим. Давай повторим. Надеюсь, сейчас ему будет... Тихо, пришелец, ну, да ну куда ты? Ай-яй-яй-яй, да ладно, он еще, ребята, против меня его. Фу, нет, нет, слава богу, мы успели этого пришельца подбомбить, и все у нас отлично получилось. Так, слушай, я все никак не могу, ребята, призвать свою ведьму. Мне нужна ведьма здесь, в обязательном порядке. Вот она, радость моя вышла. Слушай, я думаю, что он сейчас тоже вызовет жнеца, вот почему-то предчувствую это. Нет? Не вызовешь? Ну, если ты не вызовешь, то тогда тебе, парень, хана. Вот серьезно говорю. Так, смотрим. Так, бомбер. Бомбера уничтожьте, пожалуйста. Отлично, молодцы. И смотрите, что у нас, ребята, выходит. Замок уже практически, ребята, повержен. И сломали мы его. Слушай, удивительно, что он не стал призывать жнеца. Для меня это немножко, конечно, странно. 8-е место я получаю. Пи. Кисло-то как, а, на самом-то деле, ребят. Ладно, моя задача была, главное, сыграть в арену. Так, на ежедневном испытании мне осталось пройти всего лишь один, ребята, этап. Два этапа у меня было пройдено замечательно. Там, как вы видели, разыгрывается база Рощ. Так что... И играл я вот таким, ребят, составом. У меня был Ронин, у меня был Маг-воин. Также я брал сюда баллисту. Брал друидку. Так, и... Секунду, 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 кто же у меня еще-то был? Сейчас я припомню все это дело. Кто-то, кто-то такой у меня был шелудивый, никак не могу... Да кто же у меня был-то, елки? Ну, не Грифон. Так, у меня было два бойца. А, тыквоголовый, конечно же, ребята, тыквоголовый. Смотрите, что сейчас будет, будет развлекалово по полной программе. Так, ну, естественно, я эту базу... должен подбить. Мне достанется еще 8 карточек. Это последние карточки. Было 23, потом 13, и сейчас вот 8. Так, и здесь очень хорошо, ребята, мне помогает тыквоголовый. Так, ну здесь дашь на дашь, как говорится, да, ребята? Они сейчас друг друга здесь помутузят. У кого-то будет срабатывать отражение. Надеюсь, у меня. Да, у меня в первую очередь сработало. И да ладно. Это фигня получается какая-то, ребят. Так, вот что он делает. Применил ульту. Я, ребята, накапливаю 500 маны для того, чтобы призвать друидку. Но здесь, конечно, мы проиграем. Ну, я имею в виду, тыквоголовый сейчас упадет. Я в этом плане имею в виду. И вот у меня выходит на поле боя друидка. И, как говорится, начинается у нас здесь расколбас. Так, Ронин. Ронин, ну, подрежь ты, пожалуйста, крылышки. Нет, ребят, не получается у него пока, к сожалению. Ну, а сейчас все зергут. Так, баллиста там бомбит, фаербол полетел. Мы тогда тоже с вами не будем теряться. Вот так вот это все дело у нас происходит. Отражение, господи, тыквоголовый сам себя убил. Не понял, погоди-ка, мы оттолкнули, да? Мага-воина. Так, вот, ребята, у него друидка-то, конечно, прокачана будет получше, чем моя. Согласитесь, у него топчик. А у меня такая еще четырехзвездочная, скажем. Так, ну, тем не менее, ребят, пока мы с вами рулим. Смотри-ка, что у нас происходит. Естественно, она поставила хилищий тотем рядом с собой. И еще тотем на урон. Пробьем? Да, ребят, мы, скорее всего, сейчас ее уничтожим. Нет, смотри, она опять хиляется. Она опять хиляется и все время не вовремя. Е, уничтожили к ядрине фени. А это говорит только лишь об одном, ребята, что все. Фиаско для него.
И, как говорится, победа для нас, потому что мы разносим Кидрени Фени базу. Да, несмотря на то, что моя друидка была слабее, все-таки тактика моя здесь вырулила ситуацию. Ну что же, мы прошли с вами последний этапчик, да? Вот они, 8 карточек у нас на рощу. Ну и мы, естественно, переходим с вами на нашу основную сюжетную линию. Так, давай-ка, у нас здесь, ребята, в магазине ничего нету? Пока нету, я, по-моему, забирал. И где же мы с вами остановились? Мы на Терракотовой долине, на Нефритовой долине. Что ж я путаю это все время? И здесь еще, ой, ребята, тут еще, нам еще тут развлекаться и развлекаться. То есть мы только одну территорию прошли захватчиков и в Нефритовую долину. Да-да-да, кстати, здесь у нас Ронин. Здесь у нас Ронин, поэтому я буду брать вот эту вот команду. Вот именно эту, за счет щитобота, да, и за счет нашего молотильщика. Я думаю, что у нас здесь все должно получиться. Так, ну единственное, что нам нужно теперь подкопить немножко маны. Для того, чтобы мы... Вот. Вот этого я, ребята, боялся больше всего. Ладно, посмотрим, успею ли я. Я должен успеть, ребята. Я успеваю. Отлично. И теперь, конечно, нам нужно опять накопить. Он опять, он будет вызывать, ребята, без конца и края вот этих вот чувачков. Ты посмотри, что он делает, а? Он просто рассекает всех. Но мы его тоже наказали. Тигра призвал. Давай-ка мы вот так, наверное, сделаем, да? Немножко его тут... Да хорош! Давай опять сделаем так. И нам нужен, ребята, здесь молотильщик в обязательном порядке. Ну, пилим. Распилили. Так, тигра уничтожаем. Естественно, душа, конечно же. Ну как же про нее, ребят, можно забывать? О ней вообще не стоит никогда забывать. Что есть такая штука, как душа у этого тигра, которая вылетает в самый неподходящий для меня момент. Ну, естественно. О, ну-ка. Ну-ка. Давай попробуем, ребята, попробуем расколбасить. И я в этот момент попробую, знаете что, накопить себе на друидку. А если вот так сделаем? Сопротивление было. Понятно, короче, всадник на журавле был при сопротивлении. При сопротивлении. Давай вот так сделаем, так, и молотильщика. Так, Ронина мы подбили. Просто, ребят, на самом деле мне сейчас нужен друид. Да. Да ты достал уже, ну серьезно ты. Дай мне хоть немножко тут это развиться-то, господи. У нас времени-то 57 секунд, особо сильно не разгуляешься. Вот что я могу вам сказать. Так, тигр испугался, он, короче, пошел на попятную. Это хорошо, что он пошел на попятную, но он опять же вернется, ребята, об этом не стоит забывать. Господи, 43 секунды, времени мало, времени в обрез присутствует, и мне нужно как можно быстрее все это сделать. Не получается, понимаешь, не могу. Нет, он меня, ребята, притесняет. Два Ронина, это офигеть можно. Два Ронина тут у него. И ни одного больше не осталось. Тигр. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Ага, наши бойцы захилялись. Ну, ребята, времени мало, 21 секунда. О чем? О чем мы тут можем вообще мечтать? Хотя, погоди. Если бы вот мне бы сейчас в данный момент, ребятушки, ну, хотя бы небольшое ускорение, ну, хотя бы капельку, да, было бы четко. Фига Ронин выскочил, ты понял? Он паладина просто мне расчекрыжил. Не, не получается, ребят. Я не могу пробить, по времени мне не хватает. И значит, что по мощам, ребята. Я очень слаб здесь в мощах. Ладно, он свое, короче, добился. У меня здесь ничего не вышло. Ну, в любом случае, замок я ему расчекрыжу сейчас. Замок мы ему разбомбим. И здесь напрашивается только лишь один, ребята, вариант. Это брать команду имбу. Команда имба, вы сами прекрасно знаете, это вот именно она. Но тут будет Ронин. Естественно, псих недоразвитый, который будет все время бегать. Если мы, конечно, его немножко не перехитрим. Если мой Ронин сейчас меня не подведет и выбежит. Нет, они на равных практически, ребята, вышли. Шик! Ну и естественно, мы тут профукиваем. Господи, ну почему вот это вот... Да. Ну разноси башню. Хорошо, я не буду, ребята, даже здесь сопротивляться. Ну не на йоту. Все, разнесли. Блин, вот это мы начали с вами уровень, а? Вот это да, вот это начало. Ничего не скажешь. Слушай, ну а если мы, хорошо, возьмем тогда не имбовый отряд, а, например, где у меня Джиггернаут. Вот этот отряд. Я попробую, может быть, все-таки он вырулит. Ну что, давайте, ребята, рискнем своим здоровьем. Рискнем не то, что своим здоровьем, а здоровьем вот этих вот наших чудиков. Голем, если ты сейчас все сделаешь как надо... Нет, ну почему? Ну почему так происходит все? Все, ребят, тут фиаско. Я даже не буду ничего сопротивляться. Ну нет смысла, понимаешь, в этом деле. Хотя, погоди, почему нету смысла? Был бы у нас смысл, ребята. Мне же нужно всего лишь что?
А мне нужно всего лишь во времени уложиться. А что это я в самом деле-то? Господи, мне на урон-то, в принципе, по барабану, если взять, по большому счету, да? Мне нужно просто завалить базу за определенное количество времени. Хрен там у меня получится. Хренушки. Они не дадут мне ничего здесь делать. Баллиста, ты мне поможешь в этом деле? Конечно, как... Куда ты? Куда ты? Ну что ты? Ну что ты в самом-то деле? Все, разбомбили? Да, ребят, разбомбили. Господи, вот это я лопухнулся. И тот раз я тоже, ребята, забыл, что я этот уровень не смог по времени пройти. Все, короче, он меня достал. Он меня достал, и я возьму вот этот вот отряд. Да, смешной отряд, ничего не скажешь. Но вдруг он все-таки здесь вырулит. Представляешь, если мы этим отрядом сейчас с вами выиграем. Кто у меня здесь? Ну, пойдет у меня мечник, да, предположим. Первым, одним из первых. А мечника кто будет прикрывать? Я не знаю, на самом деле, кто будет прикрывать. Вот то, что Ронин вышел медленно, это хорошо, это уже плюс. Возможно, я вот так вот сделаю, ребята, и посмотрим, к чему у нас это все дело приведет. Естественно, второй, наверное, Ронин у него пойдет в психозе. Что-то не видно, чтобы он... Вот он пришел, вот он прибежал. Вот он, ребят, начинает бомбить по моей базе. Одного Ронина мы с вами убили. Давай мы сделаем вот так вот замедление. Урон, соответственно, здесь наносится. Так, и вызываем, наверное... О, ураганчик, это, кстати, хорошо. Ураганчик, это, ребята, очень сейчас в данный момент классно было. И смотрите, что у нас, ребята, делает тыквоголовый. Бомбит. Причем бомбит довольно серьезно. Ну, его нужно прикрывать. Его, ребята, нужно прикрывать. Давай тигром попробуем. Ну. Тигр... Нет, ну тигр выдержал. Заморозка. Так, вражеского тигра мы с вами немножко затормозили. Теперь давай пустим корни. Пускай они тут немножко постоят, подумают над своим поведением. Еще одного тыквоголового я призову. Слушай, возможно, возможно, мы здесь, ребят, с вами пройдем. Ну, конечно, ну, конечно, как всегда. Ронин, сколько нужно, ребята? По нему нужно, по-моему, 3 или 4 раза бомбануть, чтобы его снести. Я имею в виду именно тыквоголовыми. Смотри, что происходит. Ух, круто. Расколбас пошел полнейший. Так, мы еще, ребята, здесь замедление с вами сделаем. Так, пока они тут стоят, думают. И душа летит, ведь смотрите, что... Но, тем не менее, мы успели разбомбить базу. Вот так вот. А вы говорили, отряд ерунда. Отряд имба, только надо уметь играть. Так, а вот здесь у нас прибавляется Вуджен ко всему прочему. Ко всему прочему. А все прочее, это, ребята, у нас терракотовый воин, да? Ну, естественно, Ронин. Давай попробуем опять же этим отрядом. Вдруг все-таки у нас получится. Естественно, сейчас будем в первую очередь выпускать мечника. А, тут мы уже все, ребята. Тут мы, если получим дамаг, то мы с вами будем проигрывать. Так что... Так что что? Будем вызывать тогда мечников. Так, хорошо, пока терпимо, ребята. Сейчас Ронин стопудово вылетит. В психозе в своем. Он в истерике будет обязательно бежать. Вуджен, господи. Вот чё-чё, я тебя здесь не ожидал увидеть. Понеслась, как говорится, ребят. Давайте замедлять. Пускай они тут думают. Так, а Вуджен, ребят, смотри, а Вуджен при... Урон наносит колоссальный Вуджену. И это, кстати, классно. Это очень классно, что он вот так вот фейлится у нас. Так, тыквоголовый пока у нас будет здесь отжигать. Так, давай, наверное, еще одного самурая с вами призовем, да? Слушай, нужен нам еще, наверное, здесь один тыквоголовый. Ну, он хорош, ну согласитесь, а? На самом деле, он очень хорош. Ураганчик еще к нам тут в помощь. Давай деда вызовем. И корни выпустим. Корни выпустили. Дед у нас идет. Ай, этот, как ты меня достаешь, а? Ну? Да просто всадники на журавле. Ну подбей ты их, господи, что ты не можешь-то? Вот, отлично, хорошо. Давай еще, ребята, одного самурая вызовем. У нас минута в запасе есть. Минутка. Эть, не успел чуть-чуть, совсем капельку не успел. И корни, ребята, выпускаем корни. Так, а вот джены, они получают урон или нет? Получают. Значит, они сейчас сдохнут. Да, по идее должно быть так. Минус 2. Ух. Так, карточка на Ронина выпала. Это, кстати, круто, что карточка именно на Ронина. Ронин мне обязательно нужен, ребята, в прокачке, в полной. Ты видел, что сейчас было, а? Ребята, он был в камне, когда вылетела душа тигра. То есть это его было спасение. Блин, 34 секунды. Ну что же делать, как же нам быть-то, а? Мы пока одного разбомбим, пока второго. И моих тыквоголовых довольно неплохо сносит тот же самый Вуджен. Очень быстро, ребята, два удара достаточно ему, да, чтобы
мои тыквоголовые просто расслабились и валялись там. Короче, здесь, вот здесь именно этот отряд у нас нехорошо заходит. Мы проигрываем здесь с вами за счет вот этих... Он двоих, что ли, выслал? Там, по-моему, было двое, или мне показалось? Ну-ка, замедлялочку. А зачем нам замедление вот на этого олуха? Да, ребята, по времени у нас уже фейл. Блин, конечно, вот против Вуджена тыквоголовый очень слаб. Очень, ребята, слаб. И это мне... Это мне не особо нравится. Вот серьезно вам говорю. Бывают же такие, да, вот уровни, когда мы с вами проходим просто на изи, вообще не напрягаясь. А бывают такие, ну что просто вообще вот невозможно проходить их и все. Или приходится здесь долго-долго стараться что-то сделать, да? И либо еще что-нибудь. Давайте ускоряться, в конце концов, все равно этот уровень у нас проигрышный. Этот вот Джен еще, знаете, что самое главное? Он может сдувать моих юнитов, да? Например, вот отсюда, вот в конец экрана. И это раздражает на самом деле, потому что им до этого придется дойти. То есть преодолеть какое-то определенное расстояние. После этого только все у нас будет опять все заново. Опять они будут там бомбить. Тыквоголовый, ну он просто, ребята, здесь против Вуджена он не рулит. Вообще нисколечко не рулит. Спасибо, что хоть карточки дают. Это как бы небольшой бонус для меня. И все, видите, у него как будто лимит исчерпался, да, по юнитам. Он больше никого не вызывает. Только в этом случае мы с вами могли пройти. Ладно, я этот уровень, естественно, буду переигрывать. И на этот раз я попробую взять вот эту вот нашу компанию, да, которая у нас, в принципе, довольно неплохо рулит. Если он, опять же, не будет выпускать Ронина первым, который будет тут бежать как психопат. И, соответственно, все сносить на своем пути. Пока никого я не вижу. Тут тигр, да? Тут у нас тигр. Ай, тут еще и вот этот вот лохмандей. Господи, я все время про него забываю. Слушай, ну можно нам, наверное, ребята, давай-ка вызовем на всякий случай, потому что если Ронин побежит... Нет, тут выбегает Вуджен. И хочу я, наверное, призвать все-таки друидку. Так, Ронин идет не спеша, причем самое интересное. Вот, друидка вышла. Нормуль. Так, ну, давай, молотильщик пошел. Молотильщик, кстати, здесь тоже очень ватный против Вуджена. Давай-ка всадника на журавле. О, ураганчик, ребята. Притесним их маленечко туда к стеночке, да? Вот так вот, пускай они тут стоят. И будем вызывать молотильщиков и всех, кого нам не лень. Главное, чтобы друидка поставила свои тотемы. Желательно на урон. Смотрите, Вуджен прямо в тотеме на урон стоит. И сейчас он должен сдохнуть. Ну и также, в принципе, и Ронин. Так. Ну смотри, вот здесь вот все вообще великолепно. Он даже тигра почему-то не хочет вызывать. Как-то странно. Заморозка, если что, ребят, я использую. Ну, ладно, фиг с ним. Все, мы разнесли базу, ёпрсты. Я тут какие-то стратегии делаю. А мы все уже с вами давно сделали. И смотрим, кто здесь. Здесь, ребята, бог ветра. Здесь бог ветра, вы помните, у него ульта. Он сдувает всех в одну кучу и немножко как бы их станет. Они не смогут ничего сделать. Буквально там секунды 2-3. Но этого достаточно, чтобы наносить моим юнитам урон. Так, я про Ронина совсем забыл, а он вот тут, ребята, он как раз появился. Хорошо, что он вышел очень-очень медленно. И мы еще, наверное, сможем с вами его заколбасить здесь. Эть? Нет, не сможем. Так, давай, паладиныш, выходи. Ты-то его должен нагреть, ведь по любасику. Опа, 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 опа. Фух, хорошо, что там, ребята, щит у нас был. Висел щит у меня. Поэтому он не смог вот так пробить. Ага, понял, вышел тигр. А давай-ка вот так вот сделаем. Давай вот так вот сделаем. Я просто хочу, ребят, призвать друидку. Мне нужна друидка здесь. Только с ней мы себя чувствуем более-менее комфортно. Хотя Муджен подкрадывается там втихаря. Так, погоди-ка. Если мы сейчас не поставим тотем на отхил, моя друидка, боюсь, ребята, тут сфейлится. Упс, минус Муджен, отлично. И, ребята, он уже призвал тоже своего бога ветра. Начинается сдувание. Ульта, у меня ульта сейчас откатится. Я попробую, ребята, его притянуть. Не знаю, получится у меня или нет. Так, у него... Он получает урон, а тотем... Тотема нету, ребята. Тотема там на урон не стоит, там только отталкивающий тотем. Вот он тотем на урон, ребята. Смотрите, сейчас он его убьет. Он, по идее, должен его убить. Ну, да последний удар есть. Все, родной, пока. Привет тебе с того света, а мы с вами идем дальше, продвигаемся. И тут уже навряд ли нам кто-то помешает, потому что... Да, конечно. Достаточно было одной души тигра, чтобы снести мою армию. Ты представляешь? Так, и друидку они еще мне сдувают. Ну-ка, иди сюда, Вуджены.
Стоят они там втихаря. Ну, быстренько подходим к базе. Не дай боже, он сейчас опять выпустит свою душу вот эту, ребята. Естественно, он выпускает. Но нам повезло, что мы выжили. Так, 32 секунды. Нужно, ребят, капитально тут бомбить ему базу, потому что иначе фейл. А я не хочу, ребята, по 20 раз перепроходить один тот же уровень. Да, все отлично. Ну что же, давайте заберем реворд, посмотрим, что нам отсюда достанется. Сундук нефритовой империи. 10 черепах всего лишь и 11 карточек на нашу базу Сакру. Ребята, у нас территория нежити. Давай смотреть, кто у нас тут будет. Так, значит, нас встречает некро и зомби. Ух, почему именно этот отряд? Ну, во-первых, вы знаете, да, некро у нас выпускает черепки. Очень много черепков, да? И чтобы контролировать эту мымру, нам нужны сразу несколько атак дальнобойных. Это очень хорошо помогает баллиста, в принципе, и тыквоголовый тоже неплохо с этим справляется делом. Но почему-то мне кажется, вот, что баллиста будет здесь поэффективнее. Ой-ой-ой-ой-ой, как быстро, ребята, нас тут прожамкали. Голем. Баллисту уничтожат, да? Сейчас, скорее всего, баллисту, ребята, уничтожат мне или нет? Нет, выдержали, пока выдержали. Ух, отбили напор. Так, ладно, давай Джаггернаута призовем, потому что он более-менее такой живучий у нас. И как только у нас откатится баллиста, ребят, я еще одну баллисту призову. Так, заморозочка. Слушай, а может быть даже не надо призывать? Смотри, что происходит. Мы уже бомбим во всю базу. Давай все-таки, на всякий случай, ребят, для подстраховки. Потому что некро, когда она погибает, она может в автоматическом режиме призвать вот эти вот черепундели свои. Так, и фаербол в довесок, все. Ну что же, первая, как говорится, миссия у нас нормально прошла. Давай посмотрим теперь вторую. Здесь прибавляется чумная мышь. И я прекрасно знаю, что он будет именно ее выставлять первым. Поэтому я беру имбовый отряд, где у меня, как говорится, с магией они практически, ребята, одинаковые, да? Смотрите, что рыцарь, маг-воин, да? Что чумная, они одинаковые. Поэтому, если он сейчас призовет чумную, а он призывать должен, по идее. Я же помню, уже, ребят, грубо говоря, наизусть запомнил, кто здесь и что, и когда должен выйти. Так, минус зомби, все отлично. Идем, продвигаемся потихонечку с вами и начинаем расколбас. Тут, кстати, можно еще призвать чумную мышь. Фаербол, ой, фаербол, у меня, ребята, база не с фаерболом, у меня с ультой, с лазером. Вообще найсово. Ха. Господи, ватничек оказался. Он просто, ребят, не успел здесь раздухариться, поэтому мы его быстренько, как говорится, крылышки подрезали и все. А вот здесь уже будет немножко посложнее, так как здесь радиоактивный зомби, который взрывается, наносит колоссальный урон что наземным, что воздушным целям. Будем надеяться на то, что он не подойдет к нам близко. Для этого нам, наверное, БФГ зайдет хорошо, да? Она, в принципе, ребята, как вам сказать? Она стреляет и отталкивает. Вы это все прекрасно знаете. Ну, вот таким вот образом. Поняли, да? Довольно неплохо все у нее получается. Так, давай-ка мы, наверное, призовем сюда Ронина. Черепундели, конечно, вот нервирующие меня на самом деле. Давай-ка ульту зарядим, пока не поздно. Пока, ребят, не поздно. Ну, все, некро мы снесли. И Ронин у меня, ребята, сейчас... Я думал, сейчас в истерике выбежит, но нифига подобного. Так, ё-моё, ты понял, да? Сколько урона наносит вот это вот радиоактивное чудовище. Ну давай ты хоть... Господи, через отражение убил, наконец-то. Так, а я сижу и жду. Думаю, что я жду, ребята? Мне же нужна ведьма здесь. Ульту я пока трогать не буду. Попробуем просто, ребята, ведьмой. А может быть даже просто разбомбим сейчас саму базу, да и все. Смотри. Изи, изи катка. Блин, Ронин такой, да? Старый, морщинистый чувак, еще неопытный. Так, а здесь у нас что? Ладно, я последний, ребята, последнюю магию трачу для того, чтобы здесь пройти. Опять же, он, наверное, начнет с чумной мыши, поэтому будем подготавливаться и... Нет, начинает он с призрака. Начал с призрака. И он будет... Вот он один раз, ребята, его активирует, призрака этого. И он постоянно будет здесь летать, постоянно компенсировать мне мозг. Вот в этом он меня раздражает, если честно. Так, минус чумная. А я в этот момент, ребята, буду копить себе... На что я буду себе копить? Естественно, на ведьму. Приготовим ульту. Ну, да ладно тебе. Все-таки одолел меня, да, гаденыш?
Все-таки он меня здесь одолел. Ладно, я призываю, ребята, нашу ведьму. Смотрите, вот отражение видели было? И смотрите, сколько у призрака осталось здоровья. То есть убить его все-таки можно, надо только стараться. Хоба! Так, ну что, плодим свою армию нежити. Начинаем потихонечку, да? Ну и ульта против вот этих колобков, против некро, против чумной мыши, против вообще всех, кто здесь есть. И базу разносим. Роним, ёпрасоте, ты же бежал в истерике, ударил, не мог добить. Ах, ломонище ты несчастный. Ребята, последний уровень у нас здесь, и здесь у нас будет жнец. Жнец. Так, энергии у нас там нет. Вот что самое печальное. Друидка? Ну а почему бы и нет? Почему бы... Хотя нет, ребята, надо было нам не друидку брать. Нам надо было брать именно ту команду, где есть тыквоголовый. Потому что они бы как раз жнеца бы там хорошо бы прессовали бы. Хила здесь нету, жнец бы просто рассыпался. По здоровью он, не забывайте, ребята, вата. Он вообще вата. А тут-то что, господи. Тут вот этот вот радиоактивный зомби идет, который, да? Он сейчас тут взорвется и будет фиаско. Смотрите, сейчас просто влетит в кучу и бумс. Блин, офигеть у него, конечно, урон. А ведь я помню, когда я его брал, почему-то мой радиоактивный зомби так далеко не мог доходить. Его просто разносили в хлам. Очень-очень быстро причем. Ну, по здоровью, да, он, конечно, сам по себе вообще ватный. Что? Как ты выжил-то, сморчок? Все тотемы мне поуничтожал, а? Охламонище. Ладно, ребята, идем. Идем. Как говорится, уверенной походкой. Так, некро. А против некро, ребята, знаете, кто хорошо должен вообще здесь заруливать? Всадник на журавле. Ну, он сейчас взорвется. Нет, да, взорвался. Взорвался от радиоактивного зомби, потому что у него дамаг большой. Так, давай-ка мы применим ульту. И смотрите, ребята, кто у нас тут явился, не запылился. Да-да-да-да-да, сам жнец. Ну, друидка, ты будешь тотемы ставить? Тут же самое главное, ребята, чтобы она выставила тотем на урон где-нибудь в нем. Вот тогда это будет классно. А если вот так вот все будет происходить, то грош цены. Так, мы его застанили. Застанили его, ребята, щитоботы, которых он разносит, как я не знаю кого. Ну, тотем отталкивающий почему-то не отталкивает ни шиша. Не знаю почему, ребята. А вот так если сделаем. Почему на боссов не действует ульта? Кто мне подскажет, а, ребята? Должна же действовать на всех. Все, сдулся парень. Заморозка. И мы уже у базы. Мы ее, ребят, колотим. Мы ее колошматим, мы ее сейчас разбомбим. И все, и ничего ему здесь не поможет. Так, давай, родные мои. Напряглись, там некро у нас. Я еще одну друидку вызвал, зачем, не знаю сам. Но, как видите, победа у нас в кармане. Так, и забираем, ребят, с вами реворд. Так, смотрим. 12 тысяч, так, этот зомби радиоактивный и 12 карточек на базу. Мы переходим с вами на территорию захватчиков. Кстати, это предпоследняя территория. И начинается, ох, давненько мы с вами не встречались со стражем, плюс со слизнем. Но это, ребята, старая комба, старая имба, поэтому будем разбирать их. Тут самое главное кто? Тут самое главное уничтожить стража. А он действительно крепок. И слизень, который будет сзади из-под тяжка там ти-ти-ти-ти подстреливать. И причем стреляет он довольно нехило. Все это прекрасно знают и помнят. Так, ну что же, я, наверное, попробую. Ребята, а может быть деда сразу призвать? Раз мы накопили с вами 500 маны. Успею я? Вряд ли. Вряд ли, ребят, я успею призвать деда. Вот тигра можно. Тигра можно призвать. Опа, понеслась, да? Флейта, пляска. А если вот так сделаем? И тыквоголового еще сюда. Ага. Так, предположим, ребята, что у нас из этого может получиться? Что-нибудь получится? Ну, пока изи. Минус. Так, ускорение. Ну, теперь я уж точно призову деда. Такой шанс я упускать не буду, уж извините. Так. И смотрим, ребят, сколько наносит ур... Я хотел посмотреть, сколько наносит урону этот слизень-морпех, но его убили. Даже не успел, ребята, глянуть. Так, а интересно... Смотри, ульта, ребята, ульта наносит урон даже базе. Это классно. То есть вот эти корни потихонечку разрушают базу нас. Ладно. И последний выстрел. Все. Короче, первый уровень прошел у нас отлично. Так, ой. Ой-ой-ой, тут хищнец. Ребята, тут хищнец у нас. Ёпарасоте, что будем делать?
Какой отряд мне взять? Наверное, вот этот вот, блин, хищнец, прыгун, чертов. Он же сейчас будет, начнет тут буянить. И я ведь знаю, что он будет его первым сейчас вызывать. Короче, я буду делать так. Вызываем с вами щитобота. И сразу же вызываем, ребята. Вот так. Только лишь таким вот макаром. Но он сейчас опять его, по-моему, призовет, если не ошибаюсь. Да, он опять его призовет. И я попробую, ребят, накопить на паладина. Вот. Паладин-то уж с ним справится, это точно. Так, пускай они пока идут. Вот, что он творит. Так, и давай, ребята, наверное, попробуем быстренько с вами накопить на друидку. Так, перепрыгивает. И все по старой, ребята, схеме. Все по старой схеме. Я ничего здесь не буду выдумывать там. Что-то изобретать новое. Будем все вот так вот делать. Так, морпех испугался. Эй, погоди, погоди, погоди. Ребята, я успел заморозку? Да, я успел, я заморозил его. Потому что я прекрасно видел, что он там перепрыгнул. Но я испугался, что он может дальше пробежать. Опять 25. Да хорош, что ты уже достал, ну серьезно. Вот, ребята, он меня отвлекает, его надо контролировать постоянно. Ну, друидушка, давай. Все, я призвал. И опять же не расслабляйся, потому что вот он этот дуралей идет. Вот он этот хищнец. Так, мы его... Погоди, я не понял, это что, у меня тотем уничтожил базу? Если честно, я просто смотрел на заваруху. А получается так. Угу, и тут у нас тоже энергия, ребят, закончилась. И что же выходит? Так, ну слушай, я думаю, что этот отряд может, потому что здесь у нас нету никакого хищница, никто прыгать не будет, да, компенсировать мозг тоже не будет. Поэтому начнем, пожалуй, мы с вами с самурая. Да, самурай, наверное, пойдет у меня первым, хотя... Хотя нет, подожди, он выпустит сейчас пришельца. Я же помню. После пришельца мы можем даже с вами, наверное, вызвать деда. Тут страж будет, да? Страж будет. И опять же будет здесь, ребята, тот самый морской слизень-пехотинец. Поэтому дедулю. Обязательно дедулю. Нет-нет-нет-нет, это ты зря. Ты здесь ничего не сможешь похитить, я знаю. Так, а мы с вами в этот момент будем вот так вот. Во-первых, замедлим. Ой, какой маленький, ребята, урон, смотрите, наносит. Да, это, конечно... Зато смотри, какой урон наносит слизень. Ребята, о-хо-хо-хо-хо. Да ладно, что, серьезно, что ли? Они вот так вот вдвоем расколошматили мне деда? Да, ребята? Смешно это все выглядит, но так оно и есть. Вот этот слизень, да, и вот этот вот страж разбомбили мне. Тигра похитил. Господи, нашел кого, блин, похищать, упырь. Не мог кого-нибудь послабее взять. Нет, ему вот надо было обязательно моего тигра похитить, который... Стоит, ребята, извините меня, недешево. Очень недешево. Так. Кого еще из самурая похитили? Да ладно, вы серьезно, что ли? Ну? Тигр, ты бы хотя бы душу бы свою выпустил хоть раз. Я вот уже не помню, когда ты в последний раз это делал. Именно за меня, играя, когда ты это все делал. Да никогда. Твою же налево, он еще и самурая против меня вызвал. Так, вот сейчас тигр, ребята, я видел. Он выпустил душу, это хорошо. Так, бомбим, пока бомбим. И, ну, база, да сгорит и она, ребята, потихоньку там горит у них. Все. Потихоньку горела и сгорела на работе, как говорится. Ну, а у нас предпоследний этап. И здесь, ребята, опять хищнец. Опять хищнец, которого нужно, я не знаю как. О, у нас тут откат энергии есть. Слушай, тогда я буду использовать именно вот этот отряд. Да-да, именно этот отряд. Потому что, ну, сейчас будет хищнец стопудово выбегать. Так, успеем мы с вами. Так, можно, в принципе, вызвать Ронина. Можно же, да? Или БФГ. Пока не могу понять, кого нам лучше тут призвать. Пошла чумнуха у меня. А, вот даже как. Он, ребята, вызывает стража. Ладно, пока страж там ковыляет потихонечку. Ой-ой-ой. Тритон. Секунду. Ну-ка, ульта пошла. Нормуль. Кстати, мы здесь неплохо справились. За счет ульты, ребята, все отлично получилось. Но этот слизень морпех достал. Сейчас с выстрела просто сносит, ребята, мне БФГ. Ты понял? Насколько этот чувачок крут. С выстрела сносит БФГ. Также он с выстрела может снести чумную летучую мышь. Стража мы просто пробить не можем. Он наносит такой урон. Блин, пипец. Так, погоди-ка секунду. Нет. Нет, 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 нет. Не надо здесь выеживаться.
Погнали. Ульта. Ульта добивает. Нет, добила. Так, и мои все ребята на алых парусах, как говорится, подбежали к базе. И разбомбили мы ее. Фьюх. Ну и что же? Давайте смотреть, ребята, кто здесь у нас босс. Смотритель, нет? Нет, к сожалению. К сожалению, ребята, не смотритель, а лорд пустоты здесь у нас будет. Что же получается тогда? У меня есть тут энергия и вот тут. Ладно, сделаем ставку на, ребята, на наших тыквоголовых. Ну, против боссов, если честно, они не особо хорошо заходят. Они вот против слабеньких юнитов, летающие, например, или там сзади какие-нибудь стрелки, например, тот же самый морпех, пехотинец, вот они его быстро разбирают. А в остальном как-то не айс. Тут улитки нет, нету, поэтому пришелец у нас просто летит во свояси. Ага, я понял. Давай попробуем, ребята, за счет тигра. Что такое, я не понял. Твою медь, он все-таки, ребят, не успел еще улететь, а я вызвал тигра и пришелец его просто похитил. Ушастый ублюдок мелкий, а. Ладно. Так, давай. Похитил, ну конечно, ребята, похитит, куда он денется-то. Ладно, попробуем, знаешь что? Стража, стража идет. Ну, самурай, ну не вариант тебе здесь одному против... Он еще и щит влепил. Так. Ну, а сейчас опять тигра похитит, нет? Нет, хорошо, что не тигра, ребят. Так, а вон сам лорд пустоты явился, ребят, не заплился. Ну что, я думаю, надо здесь, ребята, замедлялку вешать. Вешаем замедлялку, тыквоголового, конечно же, вызываем еще одного. Бумс, ты посмотри, что происходит. Ты посмотри, что он делает. Я имею в виду лорд пустоты. И так до бесконечности, да? И так, ребят, до бесконечности. Он сейчас будет выпускать свою фигню. А там у него армия все прет и прет и прет. И дед мой упал, ребята, и все. Да? Не-а. Не катит эта фигня здесь. Слушай, ну вот если, конечно, только душа тигра нас может здесь выручить. Смотрите, урон наносится. Он живучий, этот лорд пустоты. Давай. Ребята, да как ты притягиваешь-то? Ты... Они же стояли там очень-очень далеко от тебя. 32 секунды. Да, мы подбили, конечно, но... Я не знаю, ребят. 27 секунд пробить нам вот эту вот всю армаду со стражем. Кстати, вот, вот если бы у меня был бы, предположим, ребята, тот же самый маленький пришелец, да, который бы мог просто вот этого вот охламона убирать с поля боя, вообще было бы изи. 12 секунд, нет, не успеем. Жаль, мне вот это немножко, ребята, расстраивает. Мне это немножко расстраивает, то, что мы с вами не успеваем. А так, представляешь, вот летит пришелец, просто стража отсюда убирает с поля боя, да? И мы с вами практически один на один остаемся с тем же самым слизнем, с тем же самым лордом пустоты, которого просто раздеребаниваем и даже ни о чем не задумываемся. Но для этого нужно прокачать этого пришельца, это раз. Во-вторых, не всегда у него срабатывает вот это вот, ребята, похищение, это два. Ну, а в-третьих... Так, что тут у нас? Ага, рекламка выскочила. Да, ребята, мы разнесли базу, конечно, это плюс. И в то же время минус, потому что нам придется переигрывать. Так, секунду. Смотри, у нас где друидка, да, на отряде у нас откат энергии произошел. Естественно, я даже не буду раздумывать, кого здесь брать, кого не брать. Мы будем именно этот отряд с вами использовать. И как можно быстрее. Так, у него здесь пришелец, сейчас, по идее, должен быть первым, да? Плюс стражи эти, господи. Стражи. Вот это самое сложное, это пробить стражи. Они очень довольны, ребята, сильные, крепкие юниты. Так, вот он пошел, бежит такой, да, слизень морпех. Довольный такой, наяривает. Давай паладина, наверное, призовем. И вот молотильщика. И вот так вот сделаем. Чтобы вот так, чтобы он тут не буянил особо сильно. Так, энергию. И что, ребята, похищает? Ах, похищает мне моего, ребята, молотильщика. Так, ну, пока не стоит, ребята, расслабляться. Ну, смотри, что делает, а. Отталкивает, он же толкатель у нас, да? Он как толкатель может отталкивать. Что он там? Отражение повесил. Давно ли ты, парень, отражение-то научился вешать, а? Тритоша. Не... Хорош буяни, давай-ка вот так сделаем. Так, а вон, ребята, и лордушка появился. Мы это все прекрасно. Ну, видите, ребята, вот здесь почему-то можно его обычным этим заморозить. Но почему ульта тогда не действует? Вот это мне непонятно.
Ну, господи, они опять у меня станят. Станятся все в раздумках там. Давай, давай, давай. Нет, он, смотри, он все равно за свое. Он все равно их всех в кучу. Друидка, ты не стой, ты хоть что-нибудь призови, хоть какой-то тотем. Я уже не знаю, что-нибудь, чтобы нам как-то помогло. Давай вот так вот сделаем. Ну. Где тотем на атаку? Я вижу только на отхил, я вижу на отталкивание. А на урон. Вон, ребята, он получает урон. Вот он, оказывается, где стоял. Не запылился, все-таки она его вызвала. Ну что же, а мы с вами деребаним базу. Да, я думаю, что здесь мы с вами пройдем. Плюс еще и заморозка выпала. Ну давай, 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 родные мои. Так, прочекрыживаем. Так, деньги отдай только сюда. Все, ребята, и карточку еще даже на базу получили. Квест завершен, коллекционер. Спасибо, что квест мы завершили. И давайте посмотрим, что у нас здесь, ребята, за реворд будет. 8 карточек на базу, 13 лордов пустоты и 12 тысяч монет. Кстати, мы перешли с вами на последнюю долину. И это у нас нефритовая. Ну что же. Фух, а кто у нас вообще хоть есть-то? Так, здесь есть энергия. Это, предположим, один бой, да? И здесь 4. То есть можно попробовать пройти, если все удачно получится. Ну что, вперед из песни, как говорится, да? Попробуем, ребята. Тут у нас самое начало, так что особо сильно тут не стоит переживать. Так, понятно, я понял, кто вышел против нас. Давай посмотрим, кто кого. Так, я сейчас вызову Джиггернаута. Я думаю, что он, в принципе... Да, он справится. Даже, наверное, наш голем справится. Хотя, нет, два самурая — это уже слишком, это перебор. Ну, давай еще голема вызовем. И я думаю, что пора вызывать нам грифона здесь. Да, грифона я, наверное, сейчас призову. Так, фаербол. Нормуль. Так, ну, грифа, давай, выходи. Хотя можно баллисту, ребят. Баллиста даже лучше будет. По крайней мере, она станет. Грифончик улетает у меня. И что у нас тут происходит? Я не пойму, ты, грифон, ты куда бомбишь там? Ага, все, я понял. Он в терракошу бомбил, поэтому терракоша у нас просто-напросто там стоял. А этот, как всегда, в истерике. Псих-то этот ненормальный, самурай. Так, давайте попробуем жнеца вызвать. Жнец должен тут разобраться со всеми делами с этими. Вот так сделаем еще. Опа, двоих сразу же. Ну и что я могу сказать? Это изи, ребята. Потому что жнец уже вышел. Это на первом этапе у нас, да? Вызываем голема. Так, что он там? Без истерик, да? На этот раз все обошлось нормально. Смотри, какая у меня, ребята, здесь армия наплодилась. Ё-просоте. Ну кто здесь что может вообще сделать против нас? Никто и ничего. Базу все равно мы разбомбим. Ну, последний выстрел. Да, и спасибо за терракотового воина. Ну что же, ребята, у нас с вами вторая миссия. Так, давай посмотрим, кого нам здесь нужно выбрать. И выберем. В принципе, ребята, ничего не изменилось. Я этот отряд и буду выбирать. А почему бы и нет? Ну да, тут всадник на журавле, который наверняка сейчас выйдет первым. Мне почему-то кажется, что именно он пойдет. И тогда я вызову, наверное, баллисту, скорее всего. Сейчас все зависит от того, кто выйдет. Смотрим, наблюдаем. Нет, ребята, немножко не так. И вот он следом, ребята, вызывает. Поэтому вот следом мы как раз тоже призываем с вами баллисту. Пока не будут бомбить моего голема, моя баллиста будет их, как говорится, расчекрыживать. Так, слушай, кого нам еще? Давай Джаггернаута вызовем. Фаербол запустим. Так, и будем копить потихонечку энергию. Я, наверное, здесь вызову... Да я сразу жнеца буду вызывать. Че мелочиться, согласитесь? Я думаю, что нет смысла тут мелочиться. Будем сразу вызывать жнеца. Так, пока не буду с Джиггернаутом тут разбираться, жнец уже подоспеет к этому времени. И сейчас начнется веселуха. Минус один. Так. Хотел сказать минус два, но ничего подобного. Фаербол. Вот таким вот образом. Угу. Так, и еще, ребята, одна баллиста. Две баллисты плюс жнец и Джиггернаут вкуп с големом. Ну, это вообще великолепно. Слушай, все шансы у нас есть, ребят, на то, что мы сегодня пройдем, даже перелетим в следующий портал. Я на это надеюсь очень сильно. Так, ну, смотри, вот как он все-таки долго стоит, а, в своем окаменении. Сколько по нему ударов, ребята, проходит, да, а он в камне стоит. Фаербол полетел. Ну и все. Базик каек. Здорово. Так, деньги, а сколько у нас там, ребят? Наверное, скоро будет уже половина нашего уровня, да?
Так, а вот здесь уже немножко похуже. Здесь появляется Вудженкс. Кстати, я думал, что его здесь не будет на самом деле. Но он вышел, он появился. И он будет стоять сзади воина терракотового. Поехали, фиг с ним. Фиг с ним, что он там будет стоять. У нас, ребята, есть корни. Если он попадет, Вудженк, под корни, то мы его разобьем моментально практически, да? Урон там наносится по нему именно колоссальный. А вот здесь уже давай так сделаем. Потом вызовем тоже самурая. Самурай против самурая. Посмотрим, чей самурай будет круче. Мы его еще и застанили. Ух! Тогда, родной, тебе каёк. Так, а я в этот момент, знаете, что попробую? Накопить 500 манны и вызвать деда. Ну, дед здесь, конечно, у нас как-то вот... В последнее время дедушка у нас сдает позиции, на самом деле, согласитесь. Ой, тихо, ребята, вот это нехорошо. Вот Джен сейчас начнет издалека, ребята, все это дело наяривать, наворачивать. И тыквоголовый у меня здесь слабоват. Попробуем так сделать. Так, ну, давай, разноси. Господи, он мне тигра сдувает. Дед, ну хоть ты-то не подведешь. Дед не подведет, в принципе, но этот в истерику. Я почему-то в этом не сомневался, ребят. Конечно же, истерика. Что может быть хуже? Так, застанили. Давай, наверное, тыквоголовый. Зачем мне тыквоголовый? Он же, ребята, ватный. Он против Вудженов здесь вообще не рулит, нисколечко. Тигр нам здесь хорошо пойдет, если вызовет душу. Так, Вудженны не попали под корни или попали? Нет, они не попали. Они, ребята, стоят... Вот, один попал. Отлично, минус один хотя бы. Хотя бы так. Но дед-то у меня сейчас все, упал. Смертью храбрых. Ну, тыквоголовый, ну бомбани... Ай, он бомбанул, но всего лишь один выстрел. Вот, вот что я хотел. Чтобы вылетела душа. Но, ребята, знаете что? Самое-то печальное, душа вылетела, у нас времени мало. 40 секунд на все дела. И, конечно же, вот эта вот истерика. Слушай, я уже думаю, знаете, на самом деле, может быть, действительно мне прокачать вот этого вот архаровца по фулке? Да и брать его в состав основной, а? Мой главный самурай в истерику не впадает. А его впадает практически все время. 26 секунд. Не, ребята, тут без вариантов. Так, ну, вот хотя бы так. Хотя бы так. Ну, подберитесь к нему, к этому Вудженну. А времени мало. А времени мало, нам не хватит. Слушай, здесь нужен прыгун. Мне нужно где-то какую-то команду такую создать, чтобы у нас был прыгун, да, и все дела. Чтобы мы могли... Вот именно против тех отрядов, где есть дальники, просто их разбирать. И я, кстати, подумываю, почему бы нам пятый отряд с вами не замутить, именно связанный с прыгуном. Сейчас, кстати, зайдем и посмотрим. Вот я сейчас хочу просто-напросто, вот прямо сейчас, после этого этапа, зайти и глянуть, сможем ли мы с вами что-нибудь эдакое смастерить. Я думаю, что сможем. Ресурсы у нас есть, да? Желание у нас тоже есть, так что, ну, базу хотя бы мы расчекрыжим. И это большой плюс уже. То есть нам на время уже плевать. Победа за нами. Естественно, переигрывать будем. Так, а теперь я пойду и посмотрю, что у нас за пятый отряд можно создать. Хотелось бы мне понаблюдать за этим делом. Так, квесты давайте заберем здесь. Так, 5 гемов и все пока. Только 5 гемов. Где у нас вот этот вот отряд? Вот, вот здесь вот. Давайте посмотрим, ребята. Смотрите внимательно. Убираем, например, вот этих вот всех олухов. Базу. А база у меня... Есть какая-нибудь нормальная база, а? Хорошая, отличная такая. Нет? Ладно, пока не будем ничего, ребята. Давайте посмотрим по юнитам. Смотрите внимательно. Мы можем взять сюда ниндзю. Раз, да? Мы можем взять сюда прыгуна. Это два. Бородавочник. Некро. Так, бородавочек пока под вопросом, ребята. А вот из боссов кого? Самый хорошо прокачанный — это у нас богиня солнца. Богиня солнца, стоит ли ее брать? Ну, за неимением кого-то возьмем богиню солнца. Ладно, фиг с ним. Давай дальше смотреть. Кто у нас еще тут может быть полезен? Зомби радиоактивный. Пока тоже под вопросом он у меня остается. Улитка, ну у нее 42 уровень, слабенькая будет. Короче, базу. Какую, предположим, нам взять базу? Ну если... А это фаербол, да? Это фаербол. Давай вот эту вот возьмем. Погоди, она у нас... Сколько звезд имеет? По-моему, всего лишь вторую звезду. Ладно, фиг с ним, пускай будет. И... Так, прыгун, ниндзя. Стража, 42 уровня брать стража. Ну нет смысла, ребят. На самом деле, давай, наверное, попробуем бородавочник.
Он же такой слабенький. Ладно, вот такую вот, ребят, комбинацию я попробую. Я еще сейчас подкачаю их маленечко, естественно. Так, тут два уровня поднять. Так, здесь тоже два уровня. Это я знаю, что не может быть. Так, бородавочник у нас, да? Ну, давай попробуем. Блин, подожди секунду. Базу нам, по идее, нужно, ребята. О-о-о, база-то какая слабая, господи. То есть в нее плюнь разок, и она рассыпется. Ну что, давай просто, ребят, попробуем. Навскидочку сейчас. Вуджен здесь. Господи. Ладно, вся ставка на прыгуна. Прыгун, по идее, должен их разносить. Он перепрыгивает через терракошек, да, и будет потихоньку бомбить. Так, секунду. А танк у меня тут есть? У меня танка нету, господи, что я сделал? Ну давай попробуем так сделать. Сможем подбить? Ёпрст. Нет, ребята, не сможем по ходу дела. Давай вот теперь вот так попробуем. Может быть, здесь что-то получится. Так, а ниндзя, если в призыве. Как ты слабо бьешь. Ну смотри-ка, ребят, застанили мы. Так, а вот, ребята, и Вуджен. Так, по Вуджену мы не попадаем с вами. Блин, мой этот чудило вообще перескочил все подряд. Слушай, фигня какая-то получается тут на самом деле. Нет, отряд в принципе неплох. Но у меня нету здесь хорошего танка. Хорошего танка нету, вот что. Не получается у меня, к сожалению, ребята, здесь что-то предпринять, что-то сделать. Эть, подходит. Да, он слишком крут. Нет, ребята, фейл. Черт подери. Слушай, я могу только сказать одно. Мне не хватает здесь нормального танка. В принципе, отряд неплох, но танка нету. Видите, у меня, ну что, бородавочник, ну как танк, он не особо хорош. Блин, да что ж такое-то. Ладно, поехали, ребята. У нас всего здесь две энергии осталось. И баллиста. Так, квест завершен, тактик. Слушай, ну баллиста, в принципе, ребята, это лучше, наверное, да, чем тыквоголовый будет в данный момент. Должна, в принципе, доставать, дотягиваться до противника. В общем, сейчас будем смотреть. Главное, что Вуджена здесь убить. И все, если Вуджен подбивается, все, ребята, можно сказать, мы с вами пройдем. Кстати, здесь Грифон очень, кстати, должен хорошо зайти. Потому что он у нас на месте не стоит. Он всегда летит вперед. Здесь у него нет таких юнитов, которые мы могли бы нам здесь принести вред летающим юнитам. Поэтому давай фаербол зарядим для начала, чтобы он отдуплился в конце концов. И попробуем вызвать баллисту. Да, баллисту вызываем. Так. Слушай, ну здесь намного лучше идет все. Смотри. Я еще сейчас попробую призвать жнеца. Ага, опять Вуджен, ребят. Давай-ка второго грифона призовем. Так, заморозочка. Фаербол, ребята, у меня откатился. Давай-ка вот так вот бомбанем. Фаербол в данный момент просто улетел в трубу, потому что он врезался в тот момент, когда терракоша был в камне. Ну, все. Тут изи, ребята. Вот тут уже действительно изи, потому что ничего он уже сделать не сможет. Когда мы вплотную к базе, у врага нет никаких вариантов на выживание. Ну что же, у нас, ребята, предпоследняя миссия. У меня всего лишь одна энергия, что ли? Больше нету нигде. Ёпрст, ты серьезно, что ли? Да ладно, не может такого быть, чтобы мне не хватило какой-то одной энергии для прохождения этого уровня, и чтобы я спокойно себе перешел в портал. Печалька будет тогда. Ну что, я готов, ребята, я готов. Все то же самое, по той же самой схеме у нас сейчас будет все происходить. Так, что-то никого не вызывает. В чем проблема? Так, ну, понятно, с чего он начал. Начал издалека. Сейчас следом, наверное, пойдет самурай, нет? Оу, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Давай тогда вот так вот делать. Давай, наверное, вот так вот с вами будем делать фаербол. Откинем их хотя бы маленечко назад. Так, и грифон, ребята. Так, по черепахе достается или нет? Я не вижу, ребята. Да, по черепахе урон проходит. Минус черепашонок. Так, секунду. Грифон выдержал, да? Молодец, спасибо. Уцелел. Давай еще одну, ребята, баллисту призовем. Так, энергия.
Так, и можно, наверное, уже потихонечку призывать жнеца. Я думаю, что фаербол запустим. И жнец пошел. Так, пока он тут у нас встанет, мы его быстренько расколбашиваем. Жнец, давай быстрее, иди, 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 иди. Не обращай ни на кого внимания, просто иди и все. Блин, баллисты все-таки по красоте, ребята, наяривают. И, кстати, мне кажется, что у баллист все-таки здоровье будет побольше, чем у тыквоголового. Конечно, это можно посмотреть все, но тут невооруженным глазом видно, что так оно и есть. Ну что, вот у нас, ребята, последнее. Да, ребята, последнее, но мне, к сожалению, здесь некем проходить. Ну что же, тогда, дорогие друзья, мы на этом данном этапе будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и продолжим уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых видосиков.